сняла, как рожает наша улитка. Кому интересно, переходите на канал Jazz Life Pets, ссылка под видео, там есть целое большое видео. Ку-ку, Миш, я пришла. Всем привет, всем это привет. Начало влога. Всем привет. Я уже пришла с учебы. Сейчас выхожу, захожу в дом, открываю дверь, и мне навстречу выходит мама в куртке, короче, обутая. Говорю, а куда ты собралась? Она такая, гулять. Короче, я говорю, пошли, представим рюкзак, когда я понимаю, что хочу очень кушать. И в итоге я разделась, и сейчас Маша покушает, а потом мы пойдем пешком в Dreamtown, а потом пойдем в кино. На богемскую рапсодию. Да. О чем этот фильм? Queens, группа Queens, и их полностью история. Фредди Меркьюри, биографический фильм. На улице офигенно. Солнышко, правда, уже садится. Маша, у нас вторая улитка отложила яйца. У вау, нас теперь сразу... Я даже знаю, вчера она мне показала яйца. Да? А. Ну, да. Я думала, ты сейчас уже тебе неожиданности. Нет. Еще что? Вторая улитка снесла яйца. У нас теперь две кладки. Представляешь, какое мы можем снять видео гонячее? АСМР типа? Да. Когда? Завтра? Завтра ты раньше придешь? Нам скорее было ожидание дуэт под музыку классического популярного исполнителя. Короче, под классику современную надо поставить. И мы нашли. Сейчас. Пока что я совершенно не вижу, как будет выглядеть хореография. Даже приблизительно не вижу, о чем будет танец, ничего. Просто когда Карина сказала мне эти два слова, я поняла, что другого не будет. Класс, я прям ожидаю. Короче, да, но блин, из-за того, что я так сильно люблю этот трек. Может быть, очень тяжело ставить, и тебе будет слишком избыточно. Я это, и я не смогу, а когда мне начнет не получаться танцевать то, что я себе придумаю, под этот обалденный, лучший в мире, самый классный, офигенный трек, я начну злиться. Когда я начну злиться, я не смогу ничего составить. Поэтому я пока что не уверена, что мы оставим его. Почему ты наконец-то второй день у нас здесь? Я не знаю, куда его засунуть. Ты сюда, я бы хочу его засунуть. Где мой китченес? Почему у нас так много всяких тюбиков незаконченных? Потому что мы покупаем и не съедаем. Кетчуп, майонеза в несколько штук. Маш, не покупай, пока это не съедим. Не покупаем. А не то достала, я другой хочу тюбик. А другой? Справа. Да. Ох, какой же вид красивый сегодня. Приятного аппетита. Просто все добро, все идеально. Возьми эти два резки, которые не подавалось, вот нового плана. Легче вдруг. Маш, меня смущают твои вот эти недо джинсы. Да ладно, не может. Выйди оттуда. А меня ни разу не смущают, как бы, да? Мне все по кайфу вообще-то. Прекрасно. Особенно, когда дождь и наляпает мне на ножки, просто... Мы наконец-то выходим. Если бы я на 5 секунд раньше вышла, я бы тебя встретила в лифте, и я бы все-таки уже, наверное, была бы на улице. Но мы бы не пошли в кино. А так мы идем в кино. Боже мой, я так помню, как мы хотели, чтобы тут не было срача. Не расстраивайся, не думай об этом. Я блогер. Кек. А Маша инстаблогер. Нет! Она все снимает на Инстаграм. Да. Я смотрю, вышла уже сразу Инстаграмчик открыла. И сейчас будет что-то снимать. Что ты хочешь снять? Историю, что ты снимаешь? Мы снимаем влог.
вышли с мамой погулять. Гуляем в Дримтаун, чтобы посмотреть Богемскую рапсодию. Вау! Распутались. Одновременно запутались в волосах и распутались. Так, что-то я хотела рассказать и забыла. Ох, ура, я на улице. Ура! Мы идем пешком в Дримтаун. Привыкай, Вика, ходить пешком. Продашь машину? Еще потом, пока не купишь другую. Да, Маша? Да. Да. Эх. Ужасный вот этот. Ужасный вот этот грузовик или что там сзади. Алло. Ничего, иду с мамой в Дримтаун. Подслушиваем, с кем Маша по телефону говорит. Будем смотреть фильм. Убегают, а? Убегают. Ну, блин, да, все. Ты куда не доехалась, потом я убегалась. Мама, не снимай. Не снимай, мама. А вы смотрели этот фильм? Подожди, стоп. Клуба? Я походу что-то так просто уснула. Мам. Чего? Как тебе погода? Крутая, да? Волосы перекинула вперед. И думаешь, можно снимать? Да. Я так тоже могу. Отлично. Фокус, пожалуйста. Спасибо. Давай. Не надо. Что дать? Ничего. Я вот так, когда иду снимаю, мне всегда кажется, сейчас кто-то подбежит, просто выхватит камеру и побежит дальше. То же самое со сторис, с телефоном. Мам, у меня уже даже волосы не помогают. Что, тут ветер особенный? Нет, тут какие-то дома странные. Это... Садик детский вот там, да? Вау. Ой, бедные детки. Как я не люблю детские садики. Этот садик называется, наверное, «Счастливое детство». Номер 13 на нем написано, кстати. О, номер 13. А это школа. Вот тут уже как-то повезло. У меня рука устала. Я предлагаю нам сейчас поехать купить билеты, потом пойти купить мне ботинки. Может быть, джинсы? Нет, джинсы найти сложнее, чем ботинки. Я уже это поняла. Мы купили билеты на 7 часов. Сейчас 5:12. У нас есть время, чтобы купить мне ботинки, тебе куртку и воды. И лампочки на кухню. О-о-о. Где искать лампочки? Для начала лампочки. Ой, хочу послушать. Там ругаются. Маша говорит, стой, хочу послушать. Любишь, когда ругают? Ближе подойди, ничего не слышишь. А? Как назло, все пришли и зашумели. Эх, Маша не слышит, как они ругаются. Беда, беда. А? Блин, на мне слишком много всего. Я, короче, не могу это. И красивая. А ты затяни шнурочек, чтобы она по талии сидела. Шнурочек внутри, мам. Ого, долго придется застегиваться. Только что ты сделала превьюшку.
Блин, у тебя очень хорошо в этом цвете. Он офигенно и на видео он круто очень смотрится. Блин, я тоже такую хочу. Давай купим одинаковые. Ты гонишь? Я вообще ее для себя увидела. Потом такая, ладно. У тебя есть. Мне моя не нравится уже. Да, мех плохой. Да ладно, мам. Это для тебя куртка. Разонравилась Маше куртка, пока я ее мерила. Есть вариант, что это на тебя? Вау. Но это большой размер. Если взять меньший размер, они могут быть короче. Ищи внизу, вон, смотри. Вот тут. Странно. Пальто, о котором я давно мечтаю, у меня был бы этот шарф. Но у меня нет пальто, о котором я давно мечтаю, поэтому нет шарфа, о котором я давно мечтаю. Нам ищут джинсы с высокой или средней посадкой, длинные. Я, кстати, я когда спрашивала, бери, я тоже их померяю. Мне все равно, низкие, высокие. Я так умею. Ты что, принцесса Пупырка? А? Ты принцесса Пупырка? Что это такое? Мам, ты такая худая. Кушай, пожалуйста. У тебя ножки такие. Не понимаю, почему все люди мне постоянно говорили: боже, какая ты худая, какие у тебя ноги худые. Вот это вот так. Но, кстати, в этой тебе хорошо. Мне нравится, но жопа, надо, чтобы закрыто. Мне очень нравится. Но ты как немножко беременненькая в ней. А? Ты немножко беременненькая в ней. Вроде у тебя животик там, серьезно. Ну вот в этой реально вроде под ней еще животик. Маша говорит, мне нравится куртка вот эта на манекене черная. Мне тоже. Клево. Говорит, у меня никогда не было черной кожаной куртки. Где она? Где она? А, вон она. Обвешанная моими вещами. Кто бы сомневался? Бордовый свитер. Красивый. Пойдем мерить. Бордовая рубашечка. Тебе не тяжело? Тяжело. Давай. Давай мне мой рюкзак. Еще на ней остался мой шарфик. Ну, ладно, пусть носит. Все, идем в раздевалочку, переодевалочку. Да, не сильно тут развернешься, конечно. Когда очень маленькие джинсы. Сказала, будут маловато, но попробуй вылезти. Блин, плохой свет тут очень, ужасный просто. Ничего не понятно, темно очень. Смотри, у меня низкая какая-то посадка очень, да? То есть это даже, мне кажется, не средняя. Нет, это средняя. Низкая — это на бедрах совсем, а это средняя посадка. Ну, в общем, тоже неудобно они сидят как-то.
Говорит, самый колючий свитер, который был на мне в жизни. А выглядит таким мягким, приятным вообще. Красный свитер. Смотрите, какие у меня длинные джинсы. Длинные. Я тоже. Длинные-предлинные, но одевая я их сломала. Покупать джинсы, которые рвутся просто сразу. Я вот так просто потянула. Вот так. То есть даже не за петельки, а просто за ткань? Я взяла вот так, ну, а петельки был палец. Угу. То есть немножко тоже было понятно напряжение. Вот клац и вырвалось. Не насквозь, не просто так, а прям с дыркой. Поняла. С комком ткани. То есть ткань очень слабая. Джинсы нельзя такие покупать. Найдите 5 отличий. Мерила джинсы и очень устала. Я так в жизни не уставала от джинсы. Вы меня обманули. В курице невозможно пойти на майк. Пустим. Не, а других цветов нету? Мне нравится, что она сильно черная. Ты как колобок какой-то с головой еще одной. Отдельный. Нет, длина никакая. Да, мне вообще не идет такой. Пальто. Я не знаю, ну пальто же... Отобрала Маша у меня куртку, пуховик. Ботинки, сапоги. Иди к тому зеркалу, тут такой свет странный. Блин, тоже с длиной непонятка. Не, ну и на ногах у тебя сейчас кроссовки. И голые ножки. Я чувствую себя странно. Мне очень непривычно в такой жизни. Я вообще не знаю, как люди на пуховиках ходят. Типа... просто облачко. Прикинь, как это тепло. Но когда... она классная, мне нравится. А капюшон одень? На ком-то другом, если будет, мне будет больше нравиться. Мне вот это белое еще нравится. Я, наверное, все-таки сейчас померяю белую. Хорошо тебе в это. Ты как Бэймакс. Кто? Бэймакс. Ты не знаешь, кто такой Бэймакс? Это вот ты сейчас. Бэймакс, лечить. А, доктор? Нет. Сейчас я попробую, на размер больше идет. Чтобы она была... А, ну она больше. Тогда ты точно будешь как Бэймакс. Блин, мне нравится белая куртка. Да. А я взяла пальто. Сейчас его померяю. Тёпленько. У меня просто нет пальто, а я очень сильно хочу. Мам, я хочу пальто. Сейчас я еще вот это померяю. Давай. Не видно. Я придумала. Реально, просто села, одела и твое, знаешь, идеально. Надо брать ее. Брать? Будешь носить осенью и весной, может, сейчас уже не хочешь, это сейчас еще довольно тепло. У меня же там похоже чудо. Чук-чак. Чу... Где там? Чуми ждет рассвет. Что за бейба?
карманы зашиты. Блин, смотри, на пальто и мне хорошо. Она даже с кроссовками. Я не понимала, как могут девушки носить пальто с кроссовками. Сейчас я понимаю, как оно подходит. Я не понимаю, как это работает. Мне длина нравится. Как вам? Когда застегнуто, то кросс не подходит. Подходит. Как вы есть? Подходит ваш. Где мой шапочок? Мне нравится капюшончик. Наша. Да, наша. Да, достань. Достань белый. Сейчас, подожди. Там есть еще пара штук. Давай я померяю. Давай. Но это мне нравится. Сколько стоит? Что-то 200. Одела себе штаны или черные у меня есть. Либо можно эти ботинками. Поковыляла. Я курточку возьму. Так, ты 100% люблю. Офигенно, это что? Белую померяй. Ты позасрую. Да, не мерей. А черную можно? А черная? Тебя вот та черная. Классно. О, мне это больше. Это больше нравится. Thank you.
Это очень похоже на ту, что у тебя. Короче, берем я розовый, а ты... Ой, а, и ты розовый. Нормально мы скупились. Сейчас. Прям настоящий блондин в розовом. Я не люблю розовый цвет вообще. Ну, оно и смотрится как кофточка, не как пальто. Пушистая кофточка, теплая. Серая, конечно, будет не так маркая, не такое. Вообще на нем ничего не будет видно. Я хотела такое чисто серое изначально. Не знаю. Одень еще раз серое. Договорилась сама с собой. Не, ну очень классно, мне нравится очень, прям очень. Да. Да, так же как тебе, я в куртке в этой розовой. Вот мне надо все-таки со стороны сказать. Вот я очень классно. Привыкла, мне надо знать. Очень классно. Со стороны, что прямо нельзя сказать, что прям девочка-девочка. Вот это твое, твой стиль. Не девчачий, нормальный такой. Нормальный такой? Нормальный, да. Хорошо. Беру свое первое в жизни пальто. Шарф сюда какой-то. Пошла искать шарф. Нашла. Только от этого шарфа шарф какой висит. Я хотя бы постоянно вижу женщину в шарфе, который висит. Просто аксессуар. Так можно? Шапка, аксессуар, шапка тоже. Не, ну он будет тебя греть, даже если он так. Он же прижимает эту штуку. Не, ну смотрится он неплохо, но мне шарф не нравится. Ну да, качество вот это. Я тоже не люблю такое. Да. С шарфом пальто меньше начала нравиться. А если под низ просто какой-то небольшой, знаешь, как накрест, тык-тык, просто чтобы горло было закрыто. Какой-то серый. На пальто модно мотать большие шарфы. А попробуй свой черный надеть шарф. Кстати, чего я раньше так не сделала? Боже мой, как сложно. Упс. И вспотел 10 раз, пока шарф надел. Все. Мне нужен шарф, да, уже? Все? Да. Сюда еще белый, мне кажется, будет хорошо. Такой белый-белый, ярко-белый. Вот такой, как мы там видели, как ты говорила, искусственный в Коллинсе. Почему? Что-то не так. Что? Мне кажется, белый шарф лучше будет. Черный сильно контрастный. А может попробую тут розовый замотать? Да все нормально, это же пальто. Во всех пальто пуговички такие. Они сбоку, классно. Не, с пальто все хорошо.
тебя есть сумка черная? Если тебе рюкзак не нравится. Ну, мне нравится с рюкзаком. Не, ну шарфик черный сильно. Нет, надо какой-то светлый шарфик. Будет лучше. Маша пошла в колледж. Маша идет домой. Снимай шарфик. Снимай шарфик. Какой-то светлый нужен. Маша, смотри. Серый классный. Вот этот светлый тоже мне нравится. Ну, с этим лучше пока что. Его неудобно надевать. Или одевать. Надевать? Надевать, если на себя. На себя надевать. Класс. Так его можно и как капюшон надеть потом. Его нужно меньший край делать. Один меньший, совсем маленький, а второй большой. Еще. Ну и вот туда под низ, вот этот край, который торчит, маленький. Да, его прячь. Но его нужно еще повернуть. Во. Ну, аккуратнее просто. Я не умею так. Вот этот меньше, смотри, вот второй. Возьми вот этот. Не так нравится. Длины не хватает в нем. Если так. Или делай один край совсем маленьким. Вообще его убирай. Вот. Да. Тогда сильно много его накручено. Возьми вот этот. Я только сейчас стою, об этом думаю. Мне кажется, нам уже надо спешить. В кино опоздаем. Этот удобнее. Цвет хороший. Можно намащивать его, как тебе удобно. Ну, померяй. Эти тоже померяй. Слушай, ну а он тебе греть будет-то? Ну да. Мне кажется, он чуть подрастянется. Третий раз его надо, да. Как черный твой, да? Да, я вначале не могла его три раза, а потом он растянулся. Пойдешь завтра так в колледж? Да. До сих пор не знаю. Если мы сейчас купим ботинки, точно пойду. Мы не купим, мы не успеем уже. Да. Да, парк. Скажи мне, пожалуйста, если ты видишь меня на улице, ты ничего не удивляешься? Смотри, я зашла в магазин. Удивляюсь кроссовкам, но не очень удивляюсь.
и рюкзаку. Он, если бы он был светлее. Кто, рюкзак? Карта памяти заканчивается, все. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал В. Виктория.